Всем привет! У Мултана вышла новая серия, называется «Охота на алмазную маркиру». Ну что, смотрим. На Дориана будут охотиться. Ну уже мы знаем, кто охотится. Фердинанд. Алмазная броня. Имбовая алмазная броня. Тюх. Как самочувствие, Дориан? Да. Я тоже балдею от этого вида. Верните мне былой вид, парни. Я верю, у вас все получится. Уже стирают. Ты бы еще не шевелился, было бы вообще, вообще лучше. Ну-кась. Тем временем у советов. Поторапливайтесь, нужно заполнить боекомплект под завязку. Битва будет жаркой. Снарядов должно хватить на всех врагов. Ну давай, чем больше, тем лучше. Еще один. Ух, ё-моё, выпал. Аккуратнее, солдаты, не подорвите Дориана еще на заводе. А то кое-кому голову с плеч. Поторапливайтесь. Во, катышка, все. Вот и все, Фердинанд, это финал. Вот как-то так, но никак иначе. Все, парни, я начинаю охоту на Дориана. Пожелайте мне удачи. Желаю тебе неудачи. Тащите весь дизель, что есть на складе. Давайте, заправляйте Дориана. Ох. Ну. Теперь ты сыт по горло, Дориан, и готов выслушать цель своей миссии. Так точно, профессор. Излагайте. Какая же? Тебя ждет долгожданный реванш против Фердинанда. О. В этот раз ты не дашь ему одержать над собой верх. Отправляйся к северо-западным позициям. Нам доложили, что в последний раз его видели именно там. Я вас не подведу, профессор. Это точно. Теперь будет битва двух бандур. Ну, с удовольствием жду. Жду этой битвы. Следующий у нас гигант называется альтернативный финал. Финал и явился Карл 44. Короче, альтернативный финал 5 сезона. Ну что, смотрим. Ты что там делаешь? Играю за КВ2. О! Что? У Геранда вышла новая игра. Ой! Выбрать любой танк из мультиков, прокачать его и сразиться с ордой врагов. Всемилость тебе, Карл 44 делом занимается. В эту... Ну это плагиат играет. Сударь, уверяю вас, что вы должны отменить дуэль с Левиафаном. Сейчас есть возможность помочь советам победить крупного врага. А это будет огромный шаг для победы в войне. Да, отменяй давай дуэль. Или не отменим это все-таки? Что самолет не так? Он поехал на помощь советам? О, игрушка Геранда! Вот он. КВ-45. Давно не виделись. Вот ТГ-5 тоже подъехал. Вроде все расчистили. Не все.
Пиу. Не побил. Замаскированный там Фердинанд стоял. А ты тоже подъехал. Ну как вы тут? Все гуд. Летят. Что здесь делают разведчики? Вот давай, Рата, пристрели их там. Сократи их количество. До свидания. Ай, минус еще один. Одному удалось уйти. Судя по вибрации земли, к нам приближаются враги. Вибрация. Включите звук. Уже и я чувствую. Видимо, их там много. Или один большой. Хе-хе. Я это все помню. Сейчас устарелые трупы. Вот он. Едет. Ведро с пушкой. Ведро с пушкой приехало. С пушками, точнее. Блин, птички. Не. Он атакует. Приступить к атаке. Пробил. Конечно, такой бандурой. Сейчас, мне кажется, этого они бандура не развалят. Лед. Так, ай. Ай-яй. Ну, КВ-45 тоже давай из всех калиберов стреляй. Пли. Блин, ну вообще не пробивают они эту бандуру. Сколько раз я КВ-44 бандурой назвал? Вот. Пли. О, все, сзади подъехала. Халцарь. Вот. КВ-45 в шоке. И рад ты тоже. Царь приехал. Ой-ой-ой. Давай, КВ-45, вы там втроем наваляйте этой бандуре. Рад-то такой, что происходит? Ну, он же не в курсе про... Ну, а сзади-то неплохо... Вот так вот, сзади так вот подрезать его. Давай, мортируй свои, в голову ему стреляй. Чё, КВ-44, уже не так весело. Режь ему гусеницы, всё ему резать надо. Отлетел царь. Ну, отлетел не то, что он умер. Вот так, да вот ещё дрявьте его. В этот раз у вас есть все шансы его, эту бандуру победить. О, да. Пли. Ох. Еще живой. Царь, ты тоже давай там не стой на месте. Вот так вот. Еще выстрел. Все, отключается. Отлично. Блин, вот этот финал я бы и хотел, чтобы был. На. Все, до свидания. Все, победа.
Опачки, а это он на дуэль пришел, а? Вот только... О, пришли, пришли. Раз ваш царь нарушил свое слово и не явился на дуэли за его грехи, будете отвечать вы. Бегите, бегите отсюда. Блин, все равно... Для Российской империи ситуация все равно плачевная. Если бы царь не погиб, то погибли бы... солдат, то погибла бы вся Российская империя. Ох. Блин, ситуация для Российской империи плачевна.